Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет влог, но я хочу его начать со своего ежедневного макияжа. Меня просили заснять такое видео, но как-то отдельно видео я, честно говоря, снимать его не хочу, потому что я не визажист, и более того, я никогда не делаю каких-то сложных макияжей, знаете, таких прям с использованием пигментов и тому подобное. Я как-то вот так вот побыстренько, 10 минут, просто привести себя в порядок и все. Значит, продукты, которые я буду сегодня использовать, так как часто их плохо видно на камеру, я пропишу вам внизу в инфобоксе, и на то, что найду, я оставлю ссылку. Но в основном сегодня я хочу показать продукты марки Kiko из всех моих заказов, наверное. Сейчас в первую очередь буду использовать вот такой спрей-фиксатор от марки Kiko. Наношу его чаще всего на самом деле на макияж, но сегодня буду... Вот макияж я его чаще использую, наверное, летом, потому что как-то хочется, чтобы макияж держался хорошо. Так, дальше я буду использовать вот такую тональную основу, но это не тональная основа, это BB-крем увлажняющий для сухой кожи, оттенок у меня 103, все пропишу в инфобоксе. У меня вообще две тональные основы от марки Kiko, вторая это вот такая, тоже увлажняющая тональная основа, вот эта мне нравится больше, во-первых, у нее получше покрытие, чем вот у этой, и ну как-то вот она лучше ложится. Вот эту нужно наносить только пальчиками. Вот пробовала спонжем, пробовала кисточкой, но как-то вот не очень совсем. Я обычно наношу вначале немного на ручку, а потом уже распределяю на лицо. Она имеет супер легкое покрытие, я бы сказала, мега легкое покрытие, которое вот, ну, если вам нужно что-то перекрывать, то это не важно, ну, не то что тональная основа BB-крем. Немножко обязательно на ушки я наношу. Я не припудриваю, я вообще пудрой практически не пользуюсь. Даю, скажем так, усесться, наверное. Видите, она не перекрывает ничего. Ну так, выравнивать просто тон. И дальше приступаем к бровям. Брови. Я сегодня буду использовать... Вообще, я в последнее время использую вот этот гель от Essence. У меня в оттенке 01, и это оттенок явно не для блондинок. Хотя он предназначен для блондинок. Наношу обычную скошенную кисточку. У меня вот такая номер один, но она не очень, скажем так, классная, потому что она как-то, ну... В общем, надо менять кисточку у меня. Брови тоже. Это мои натуральные брови. Меня тоже спрашивают, видите, никакого ни пермамента, ничего, ни перманента, ничего мне не сделано. Это вот мои вот такие вот волоски. Черные. Я, в принципе, форму не изменяю, просто прокрашиваю там, где не хватает уже этих волосков. Вот как-то так. На самом деле не гель. Гель мне тоже не нравится. Он такой немножко оставляет комочки. Ну, я человек жадный, купила, поэтому пользуюсь. Дальше. Консилер я наношу в последнюю очередь. Почему? Потому что я люблю пачкать себя тушью. У меня есть вот такой карандашик. Тут все стерлось. Это марка Pupa. Стерлась, на самом деле не видно. Pupa, оттенок 02, это такой насыщенный коричневый оттенок. Я им буду прокрашивать межресничку с внутренней стороны и с внешней стороны. Он, кстати, очень хорошо держится. Но почему коричневый? Потому что у меня черный закончился, а коричневый вот как-то я не использую практически, поэтому решила, что надо его использовать, в общем, одним словом. Вот так вот, кстати, у меня всегда так макияж делается. И прокрашиваю межресничку, просто чтобы сделать глаз более выразительным, наверное. Вот так вот я прокрасила. Взгляд уже получается, да, такой более насыщенный. Ну как, более выразительный, скажем так. Вообще я обычно беру зеркало и вот так вот вниз смотрю и прокрашиваю, чтобы... Ну, как бы удобнее было. Я также, кстати, крашу ресницы. Буду использовать... у меня есть одна палетка, которая мне не нравится, если честно, по качеству. Это Sephora. Покупала я ее, кстати, очень давно, когда мы были в Праге. Даже не знаю, где тут посмотреть оттенок. Это вот такие вот оттеночки. Вот так вот она выглядит. А мне не нравится тем, что она не сильно долго держится. Буду использовать основу для теней. У меня такая от NYX. Вот такая waterproof, но она не водостойка, то есть снимается обычным средством для снятия макияжа.
Дальше буду брать вот этот самый светлый оттенок. Видите, я его так юзаю. Он очень-очень симпатичный, такой золотой слегка. Но пигментация, конечно, у этих теней очень сильно хромает. И стойкость тоже очень сильно хромает. Я буду наносить его на все веко. Вот так вот у нас получается. То есть он такой более телесный оттенок. И, ну, мне нравится, подсвечивает хорошо. Дальше я буду брать вот такой оттенок, он такой сиреневато-коричневый, пушистую кисточку. У меня это марка Шик, номер 21К. Вот. Буду набирать этот оттенок и прорисовывать немножко складку. Далее, более темным оттенком из этой палетки, вот таким он слегка фиолетовый, такой с золотистыми блесточками, я буду такой кисточкой-бочонком, вот это у меня Зоева, прорисовывать нижнее веко. Ну, делать такую легкую дымку на нижнем веке. У меня получается, и сейчас буду красить реснички. Вначале я буду наносить базу от марки Kika, базу под тушь, она белого цвета. Ей нужно дать немножечко подсохнуть, буквально чуть-чуть. Тоже я зеркало держу вот так вот внизу, чтобы не пачкать. Но все равно, кстати, чаще пачкаю все. И пока у меня все это дело подсыхает на верхних ресницах, вы меня спрашиваете, какой тушью я сейчас пользуюсь. Вот эта тушь, Kika марка. У меня не водостойкая, обычная. Extra Volume. Вот такая вот. Я пока подсыхает на верхних ресницах, я прокрашу нижние реснички. Единственное, что этой кисточкой не очень удобно прокрашивать нижние реснички. Я все время пачкаюсь, если честно. Итак, вот такая вот история у меня получается. Я нижнее веко заляпываю практически все время. Одно время я, как и многие, наверное, ватные палочки просто слюнявила и убирала. Потом я стала использовать какую-либо мицеллярную воду. Но самое оптимальное – это подсохшую тушь убирать сухой палочкой. Тогда ничего не размазывается, и макияж, которого уже сделали, остается вот как-то на месте. Поэтому сухой палочкой я обычно все это подбираю. Будем наносить немножко консилера. Тоже у меня от марки Kika. Вот такой. И он тоже не сильно такой прям плотный какой-то. Какую-то сильную коррекцию, опять же, я не делаю. Я буду использовать дальше палетку тоже от марки Kika. Но сегодня у меня про Kika, поэтому все. На самом деле, любимая моя палетка, с удовольствием ей пользуюсь. Такая вот прям ямочка образовалась. И кисточку от Eco Tools. Очень она мне нравится, такая дуофибра. Набираем буду вот этот бронзер. У меня палетка в оттенке 01. Дальше из этой же палетки буду брать румяна и вот такой кисточкой, вот Real Techniques, буду немного их наносить. Румяна, кстати, мне эти очень нравятся, они очень так прям освежают. Видите, сразу так даже как молодит немножко лицо. Теперь я поверх всего этого буду слегка припудривать личико метеоритами. У меня классическая версия, 0, второй оттенок. И у меня их осталось тут совсем капелюшечка. Я это делаю для того, чтобы, ну, как-то границы были более ровные. Плюс она мне очень нравится, потому что очень так прям фотошопит лицо. И мне это очень нравится. Ну и плюс продлевает немножко стойкость макияжа. Такими легкими, как бы похлопывающими движениями на шею тоже. Хайлайтер от Dior, 02 оттенок. Буквально чуть-чуть кисточкой. И чуть-чуть на подбородок.
Кстати, на камеру он даже не заметен, я смотрю. И буквально чуть-чуть пальчиком я буду наносить в уголок глаза тот же хайлайтер. И, конечно же, помада. Тоже сегодня будет марка Kika. Это у меня оттенок 507. Я вам пропишу все названия, ссылочки. Я наношу ее. Это такая увлажняющая помада с полупрозрачным пигментом. Мне очень она нравится. И я ее наношу просто без карандаша, как такой бальзамчик, скажем так. Ну и вот мой ежедневный макияж. В принципе, ничего такого сверхъестественного я не делаю. У меня обычно меняется только цвет теней, цвет помады, а все остальное, в принципе, остается так же. Еще иногда я рисую себе стрелки. Но в последнее время как-то мне вообще не хочется рисовать стрелки. Я только подчеркиваю линию роста ресниц и все. И, кстати, и советую так делать, потому что глаза становятся более такими выразительными, что ли. Кстати, попробуй. Вот моя мама снова вернулась, она снова у меня выезжала. Куда ты? Девочки спрашивают постоянно, где ты. Мама в разъездах. Вот приехала от моей сестры с гостинцами. У меня, кстати, сестра больше огородник, чем мы с мамой. Ну, там вообще, вот. Там шедевр. Ну да. Ну, у меня сестра любит, она любит землю, огород. Да? Да. Вот. Привезла вот такие кабачки. Они уже такие, видишь? Такие. Да, будет нам делать эти оладушки кабачковые. И сливы попробуем. И сливы, да. Мама хочет у сестры моей. Да, там такая старая слива есть. Вообще на ветрах она находится, такая боевая. Вот, и вот там отростки есть. Угу. Ну, отводы ее. И вот я привезла. Там много у нее было, но вот я это сам очень хорошие. Они даже пахнут, чувствуешь? Угу. Прям вот сливы пахнет. У меня такие были, помнишь? Такие вот, вкусные очень. Такие, но она боевая, конечно. У нее там такие экстремальные слива. Поэтому надо будет взять, посадить. Все экономить, что покупать вот эти все привитые? В смысле? Ну, просто. Нет, а чего привитые-то? Они вон, это самое. Кстати, привитые, они же вверх, это, сдохнет. Кстати, у меня мама купила в Санлайте себе браслетик. Да. Покажи. Очень красивый. Вот такой вот. Вот он очень, очень интересный. Он, вот его крутишь, и такое ощущение, что здесь такие пупырышки, а это вот такая обработка. Вообще безумно дешево. Вообще. Там у нас магазины закрываются с онлайна. И у них везде они все распродают. Даже когда я приехала, у них так написано была такая ленточка, вот когда там какие-то ЧП происходят, их оттягивают такие. Написано «Закрытие магазина». И там народ тусуется. Всего 700 рублей. Ну это же вообще. Правда, выбор маленький. Нет, мне нужно, конечно, на мой размер, конечно, маленький, а вот совсем мало видов. А вот у кого маленький размерчик, там побольше. Ну, уже все, уже подбирают. Они даже не знают, почему закрыли. Ну, вот где пропадает моя мама. Да, ну где? Ой, вся в бегах. Да. Вся в бегах. Да. И к Племешу ездила. Куда? Племешу. Да, его, кстати, покормила, это еды наготовила. Да. Целый холодильник забила. Вот. Ну вот, бедненький. И на занятия еще. На занятия мама начала ходить. На какие-то занятия начала ходить? А я езжу, учусь кружевоплетению, вологодское кружево, на коклюшках. Вот, так что да. Да, и еще буду ходить на другое занятие. То есть у меня вот так вот, туда-сюда. В общем, даже отдохнуть. Книжку почитать некогда. Вот так вот, мама. А на второе занятие на какое? А тоже что-то какое-то там. Что-то такое вот. Что-то тоже плести или вышивать. В общем, я еще не решила, что там такое. Это уже в другое место. В один... вот на кружевоплетении я 2 часа и добираюсь в один конец. Отсюда. Угу. А на другое занятие, в другое ДК, там час добираюсь. Ну, бесплатно зато.
Все да. говорят, а почему, почему? А как раньше на работу мы? Полтора часа в один конец, полтора часа обратно, и каждый день обалдеть. Вообще. Так что мама у меня женщина занятая, да? Очень. Периодически будет пропадать. Да, некогда даже. Некогда. Даже отдохнуть некогда, честно говорю. Вот так вот, да. Ну, тоже приехала, сейчас будет оладушки делать. Да, буду вот это. Завтра уже, наверное, да? Завтра я уже буду. Сегодня это самое. Слив вкусное, да? Угу. Душистое. Вообще, прямо такой дух идет. Ну, еле-еле довезла, еще поела. Думала, что будет улюлю. Не улюлю уже. Нет, хорошая, кстати, очень сладкая. У нас еще сейчас погода в Питере. Вообще, вчера был дождь такой сильный, что я аж просыпалась несколько раз ночью. Прям по крыше стучал, вообще кошмар какой-то. И, кстати, хочу рассказать, я сейчас буквально недавно получила рассылку от Faberlic. Ну, я знаю, что многие девочки тоже заказывают Faberlic, как и я, и многие консультантами являются, кто меня смотрит. Вот, в общем, у Faberlic стартовала мега-акция, в которой есть два главных приза по 1 000 000 рублей. Круто. Вот. Также можно выиграть там 15 телефонов Samsung Galaxy S10 плюс 2000 флаконов парфюмерной воды и 150 сумок из коллекции премиум. Я вот сейчас как раз читаю эту рассылку. Вот. На самом деле интересная акция и, ну, интересно поучаствовать. Мне это, по крайней мере, точно. Ну, всегда есть шанс, да, чем-то себя лишним побаловать. Вот, и действие этой акции со 2 по 22 сентября нужно заказать на сайте на сумму от 299 рублей, то есть, в принципе, не так уж много нужно вложить. И вы при заказе получаете карту, которую нужно активировать в личном кабинете, и получаете гарантированный приз уже в 14-м каталоге, и принимаете участие в розыгрыше главных подарков, который состоится 21 октября. Этот розыгрыш состоится. Слушайте, ну класс. На самом деле очень приятно, когда мало того, что у Faberlic всегда какие-то бонусы есть и так далее, плюс еще вот такую акцию даже запустили. Мне кажется, это классно. Так что, девочки, это вот получается участвовать нужно сейчас в 13-м каталоге. Так что советую, если в любом случае, если вы заказываете Faberlic, вам нравится их продукция, еще плюс поучаствовать в такой акции, мне кажется, очень-очень здорово. И условия этой акции я вам пропишу внизу в инфобоксе, так что почитайте и обязательно поучаствуйте. Мне кажется, это классная идея. И хочу также показать, мне тут компания VT Cosmetics прислала вот такую вот просто гору косметики, которую я уже протестировала, попробовала. И вы знаете, это корейская марка. Это линейка, которая предназначена для как раз-таки сухой кожи. Здесь два набора вот из масок-тряпочек, потом это ночные маски, патчи, тоник, крем и умывалка. Девочки, вау, я могу сказать, особенности мне понравились вот эти маски-тряпочки. Они здесь, ну, такой индивидуальной упаковочки, очень тоненькие. Единственное, что нету на шею вот такой специальной штучки. Ну, это просто, я не знаю, какие-то бомбические. Они мало того, что отлично увлажняют, они еще супер-мега подтягивают кожу. И просто вау. Это я их даже, вот честно сказать, экономлю и использую одну штучку раз в неделю, потому что эффект просто потрясающий. Дальше вот такие ночные масочки, которые, видите, вот так в индивидуальной упаковочке. Здесь на самом деле по консистенции как крем. И просто вы наносите на ночь, с утра помолодели на 10 лет. Честное слово, вот очень хорошие, мне очень сильно понравились. Также здесь есть вот такие патчи. Вот так вот они выглядят. Тоже очень классные, тоже начала ими пользоваться. Хорошо очень увлажняют. Лучше, чем патчи, которые я заказывала с Айхерба. Честно признаюсь. Мне очень тоже понравились, классные, хорошо пропитанные, но с патчами, гидрогелевыми и с этими в том числе нужно быть осторожным, нельзя их держать слишком долго, то есть минут 10 и все, иначе потом будет подсушиваться кожа. Вот такой вот тоник для меня такой немножко необычный, он, видите, немножко
внутри как будто бы как гелевый такой, но когда вы его наносите на кожу, я его наношу руками, он превращается в такую водичку. И после него, ну, кожа очень хорошо увлажненная, хотя хочется все равно нанести крем, но мне прям понравилось. Вот такой крем, он тоже предназначен для лечения именно сухости кожи, но это больше такой гель, имеет такой травянистый аромат, я бы так его назвала, но как будто бы вот какая-то трава такая. Такой натуральный аромат какой-то, ну вот травки, я, на мой взгляд. Ну вот крем еще буду дальше продолжать пользоваться и тоником. И вот такая вот умывалка. Одна огромная бадья. Умывалка очень классная. Для сухой кожи это прям идеальная умывалка, вот на мой взгляд. Она, видите, такая беленькая, нужно совсем чуть-чуть. Снимает макияж, очень хорошо снимает макияж, очень хорошо очищает кожу, очень хорошо очищает. Вообще она предназначена для очищения пор в том числе. Вот, видите, здесь 300 мл, и при этом не сушит кожу, вообще не сушит кожу. То есть нету никакой не стянутости, ничего такого. Очень классно. Но больше всего мне понравились вот эти маски-тряпочки. Они идеальные, просто лучшие. Я не пробовала, честно признаюсь. В общем, буду продолжать всем этим пользоваться, но мне очень понравилась эта косметика. Я еще в прошлый раз говорила, что вот эти капсульные маски, которые мне присылали, мне очень сильно понравилось. И вот эти продукты понравились точно. В особенности вот эти маски, я повторюсь. И вот эта ночная маска тоже очень хорошо питает, увлажняет кожу. Я не знаю, дает ей какую-то упругость. Ну, я вот прям вот, вот эти три средства, я прям экономлю, потому что мне очень нравится от них эффект. Ссылки, где купить, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Вообще, если у вас есть в прямом доступе вот эта косметика, я очень советую, по крайней мере, вот эту умывалку точно девочкам для сухой кожи. Это вся линейка предназначена для сухой кожи. Обязательно присмотритесь, обязательно, ну, приобретите, попробуйте. Очень-очень классный. Косметика действительно очень-очень достойная. Очень мне понравилось. Это такой вот, ну, корейская косметика, не вся, конечно, но есть некоторые продукты, которые очень-очень даже достойны. И, кстати, артикул маминого браслетика, который она себе купила и который показала, я вам тоже оставлю внизу в инфобоксе. Кому интересно, посмотрите. И, кстати, напишите, как вы считаете, Sunline действительно закрывается или это все маркетинговый ход? Мне кажется, что-то они слишком долго закрываются, уже больше месяца, наверное. Вот. Так что буду ждать ваших комментариев. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.